Всем привет, с вами Зацветайка. Хочу поздравить всех с новым 2021 годом. Пожелать всего самого-самого хорошего. Вот смотрите, это мой лучший подарок. Лучший для меня. Это хамидарейка у меня есть. Большая, она почему-то растет в один ствол. А это вот такая вот малявочка. Вот буду ее пересаживать. Цветочки, в свою очередь, от меня тоже получили подарок. Наконец-то пришла с Джума светодиодная фитолента. Вот в таких зип-пакетиках, влагонепроницаемых. Так, сейчас покажу, что внутри. Такая вот маленькая бобина. Но обещают, что тут 5 метров. Конечно, я не измеряла. Так, работает от телефонной зарядки. Потребляет мало электроэнергии. Вот здесь такие светодиодики. 60 штук на метр. Вот это вот места разрезов. То есть ее можно порезать, соединить проводами. Ну и, допустим, на стеллаж куда-то приклеить с обратной стороны. Вот снимается эта пленочка. Я ее приклеивать не буду. Я хочу, чтобы она у меня была мобильная. Вот. А если я приклею, это все-таки как бы уже такая более основательная конструкция. Я хочу иметь возможность переносить ее. Вот включила, чтобы вам показать. Она немножечко, прям вот чуть тепленькая, немножечко нагревается. Бывают еще эти фитоленточки, ну, как силиконовое покрытие вот здесь, чтобы предохранить от влаги, потому что цветочки опрыскиваем. Но говорят, что с силиконовым покрытием светоотдача плохая. Поэтому я заказывала без такого покрытия. Вот, но я обычно цветочки не опрыскиваю. Я их отношу в ванную и мою под душем, купаю. Вот, поэтому я думаю, ничего страшного не произойдет. Заливать я их не буду. Вот сейчас день, конечно, не очень видно, как она светит. Вот, в общем, не знаю, наверное, или на скотч приклею, или как-то на булавочке. Вот, и потом вам покажу. Одну из лент я приспособила на кухне. Вот так вот под навесным шкафчиком. Не могу сказать, что свет слишком приятный для глаз. Ну, если так будет лучше растениям, я потерплю. Так это, в общем, выглядит. Сейчас покажу вторую ленту. В комнате USB-разъем подсоединила к компьютеру, которым 100 лет никто не пользуется. И вот так вот над полочкой. Вот так правильно. Свет должен падать сверху вниз. Угол охвата 120 градусов. Пучок света от каждого светодиода 120 градусов. Понятно, что на стене эффект будет хуже. Мне просто иначе никак. Я надеюсь, что по крайней мере часть света на растение все равно будет попадать. Конструкция временная. Когда пойдет рассада, перенесу ее на переносную тепличку. Простите за тавтологию. Вот, в общем, пока как-то так. Не знаю, будет ли эффект от нее. Вот, ну, время покажет. Спасибо большое, что были со мной. Еще раз всех с праздником, с Новым годом. Будьте все счастливы. Пока-пока.